Друзья, привет! Сегодня в этом видео у меня состоится битва титанов, а точнее битва маслопрессов. И соревнуются друг с другом у меня сегодня вот такой вот маслопресс с Алиэкспресс из нержавейки. Это S8, большой полупромышленный уже маслопресс. И вот такой вот поменьше, покомпактнее, бытовой домашний маслопресс с российского сайта заказанный. Это Raw Meat Modern RMO03. Он вот в таком пластиковом корпусе, но внутри у него все тот же шнек из нержавейки. Ну что ж, друзья, для сегодняшнего испытания я решила поставить свои маслопрессы в равные условия. Взяла для этого маслопресса ровно 1 кг семечек очищенных подсолнечника. И для этого маслопресса, соответственно, тоже ровно 1 кг семечек очищенных подсолнечника. И при прохождении испытаний я буду оценивать скорость отжатия, количество масла, которое получится из килограмма семян подсолнечника, а также температуру масла, ну, насколько я смогу ее оценить сразу же после отжима. Ну и посмотрим вместе с вами наглядно, что уже у нас получится, какие результаты покажут мне оба этих прибора. Друзья, ну я напомню вам, что после покупки вот этого моего маслопресса с Алиэкспресс, он у меня сломался уже буквально через где-то 28 дней от начала использования. И сломалась у него именно вот эта вот панелька, которая регулирует подогрев шнека. Поэтому на начальном этапе прибору тяжело запустить самостоятельно отжим масла из семян. Поэтому, как бы смешно это не выглядело и не звучало, мы подогреваем немного шнек с помощью утюга. Ну, вот такие вот уловки, на которые приходится идти из-за того, что, в общем-то, прибор быстро частично вышел из строя, но все-таки продолжает отжимать все культуры, предложенные вот с помощью подогрева утюгом. Насыпаю семечки подсолнечника, и все количество сюда не помещается, весь килограмм не помещается в этот маслопресс, поэтому мне придется еще дважды досыпать сюда очищенные семена подсолнечника. В этот маслопресс помещаются сразу все семечки, весь килограмм можно высыпать сразу. Этот шнек начинает у меня подогреваться сначала, где-то секунд 30, потом автоматически начнется отжим. Этот маслопресс я включу одновременно с этим, чтобы начало, старт отжима масла был одномоментный. Обратите внимание, что жмых из разных маслопрессов выходит какой-то разной формы, то есть где-то он кажется более сухим и тонким, а вот где-то он кажется более каким-то жирным, и толстые кусочки выходят. Температура жмыха у обоих приборов приблизительно одинаковая. Вот я трогаю жмых, который только что вышел из шнека. И он, знаете, такой прям, ну, тепленький слегка, то есть он совсем-совсем не горячий. Тепленький такой, комфортной температуры жмых. И если измерить температуру масла, которое только что вышло из маслопресса, то эта температура тоже приблизительно одинаковая. То есть в температуре отжима масла принципиальной разницы между двумя маслопрессами я не нахожу.
Ну что ж, друзья, кто же победил меня в сегодняшней битве? А можно сказать, что победила дружба, и по сути дела каждый может выбрать то, что ему больше по вкусу и то, что ему больше понравилось. Вот этот прибор, допустим, как вы поняли, в два раза быстрее отжимает семена, и он подойдет тем, кому нужно отжать большое количество сырья в единицу времени, то есть тому, кто упор делает на скорость отжатия. Но также здесь нужно иметь в виду риски, которые связаны с отсутствием внятной и надежной гарантии с AliExpress. При покупках с AliExpress, ну, как я поняла, вот нам не удалось ничего сделать в конечном итоге в результате поломки через месяц этого маслопресса, однако же он продолжает работать и без вот этого вот табло неплохо, поэтому мы довольствуемся тем, что есть. Также есть у этого маслопресса, кроме этого плюса в скорости, и свои минусы. Это его габариты, он достаточно большой, у меня помещается вот в такую огромную коробку, которую я буквально не могу спрятать ни в один шкаф, она у меня стоит вот на видном месте, это не очень удобно. Этот прибор больше подойдет для тех, кто хочет выжимать масло, может быть, на продажу, в каких-то промышленных, полупромышленных объемах. И этот прибор достаточно тяжелый, в нем 20 кг веса, я его сама поднять не могу. То есть я сама им не отжимаю, мне нужна всегда помощь, если я хочу отжать его помощью масла. Если мы берем этот прибор, он отжимает масло в два раза дольше, чем этот прибор, вы видели. И посмотрите, выход масла, видно, что здесь побольше, чем здесь. Не намного, но все-таки заметно и приятно, согласитесь. Этот прибор весит где-то примерно 6,8 кг до 7 кг. Он гораздо более легкий, чем этот прибор. Он гораздо более компактный. У него такая вот небольшая коробочка, которую можно убрать и в шкаф, и в кухонный какой-то ящичек. И, в общем-то, он в эксплуатации тоже прост. Мне для того, чтобы отжать его помощью масла, не нужна посторонняя помощь. То есть я сама его достаю, отжимаю, потом мою, разбираю, потом собираю. И также в коробочку и в шкафчик убираю, и у меня мои пол-литра масла всегда под рукой. Свежеотжатого, натурального, который у меня не стоит месяцами где-то. Но я стараюсь отжимать, если честно, по литру на один раз себе сразу, из 2 кг семечек, например, для того, чтобы хватало, ну, хотя бы на несколько недель, чтобы не слишком часто заниматься этим. С помощью этого маслопресса я отжимаю масло на несколько семей, его мощности хватает и скорости отжима, это на папу, на маму, на нашу семью, на самых близких друзей, на сестру, то есть, в общем-то, для большой-большой семьи, для нескольких семей этого прибора вполне хватает. Этот прибор нужен, если есть запрос на какие-то большие объемы отжима, и, в общем-то, я говорю, как повезет. Вот нам не очень повезло, а кто знает, вдруг кому-то другому повезло бы больше, и у него бы этот прибор работал долгие годы без поломок. Я в любом случае, как всегда, оставлю под этим видео ссылку и на этот прибор на AliExpress, и ссылку и на этот прибор в магазине нашем российском на сайте, и вы, в общем-то, сами можете смотреть и выбирать. Этот прибор на сегодняшний день, по-моему, стоит около 50 тысяч рублей на AliExpress, этот прибор стоит менее 30 тысяч рублей, и еще по промокоду, который я также укажу внизу под этим видео, можно еще получить дополнительную неплохую скидку при его покупке. Также имейте в виду, что при заказе с AliExpress вот этого прибора можно попасть на таможенную пошлину, на дополнительные платежи. Этот прибор приходит с российского сайта, и никаких таможенных сборов там быть не может. Ну что, друзья, если у вас еще остались какие-то вопросы, если у вас есть мысли по теме данного сегодняшнего видео, если вы просто хотите что-то мне сказать, то обязательно оставляйте комментарии внизу. Под этим видео прочитать мне их всегда, безусловно, очень интересно. Я обязательно жду вас в других моих видео. До новых встреч. Пока-пока.